На суд зрителей Московский государственный академический симфонический оркестр представил уникальную программу. Саранский зритель увидел, а главное, услышал ее первым. Повторения программы в других городах не будет, ведь, как признаются сами музыканты, это их призвание – создавать неповторимые и единственные в своем роде концерты. Несмотря на масштаб коллектива, весь оркестр работает как единый механизм. Ключевые слова – это профессионалы, специалисты и музыканты. В общем, мы все музыканты, поэтому мы говорим на одном языке. Я не думаю, что у нас есть какие-то преграды. Оркестр замечательный, и он может все абсолютно. Выбор концертной программы стал не случайным. По мнению музыкантов, произведения двух композиторов Прокофьева и Чайковского особенно близки слушателям именно в это время года. Программу поделили на два отделения. В первом отделении прозвучит его классическая симфония, очень наивное и очень ясное произведение, солнечное, и которое является неким таким, может быть, лакмусовым листочком, лакмусовой бумажкой Прокофьева, и считается одним из самых идеальных симфонических произведений. А во втором отделении прозвучат две увертюры Петра Ильича Чайковского, одна из которых, «Ромео и Джульетта», является незыблемым и очевидным шлягером симфонического репертуара. Напомню, что концерт состоялся при поддержке Министерства культуры России в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». Мастерство музыкантов покорило саранскую публику, раскрасило пасмурный октябрь яркими впечатлениями и согрело душу в осенний холод. Валерия Новикова, Юлия Мамаева, Владимир Ильин. Народные новости.